Приветствую всех из Одессы. Сегодня у нас на календаре 3 декабря 2023 года. Значит, обстановка у нас в Одессе абсолютно спокойная. Но есть информация о том, что в районе 7 часов вечера были зафиксированы пуски шахедов с Чауды. Это территория временно оккупированного Крыма. И очень часто эти шахеды, которые пускают Чауды, они летят в направлении Одессы, Одесской области. Ну, вылетают там у нас на юге. Это Измаил, это Белгород-Днестровский район. Вот. Куда они сегодня держат курс, само собой, разумеется, неизвестно. Вот, скорее всего, к нам, поэтому на тревогу обязательно реагируем. Примерно через 3 часа, это где-то, да, в районе 9-10 часов они будут уже где-то подлетать. Вот, соответственно, может быть объявлена воздушная тревога. Там сегодня была такая информация, я публиковал в своем телеграме, кто знает, кто подписан, тот знает. Значит, там сейчас уже используют какой-то более мощный заряд в шахедах. Он приравнивается санцепёку, Буратино, то есть там может сложить вообще дом. Поэтому на тревогу обязательно реагируем и проходим в укрытие, по возможности, конечно, потому что две стены уже не спасут. Вот, если попадет шахед куда-то в дом. Вот заряд там какой-то более мощный. Но об этом так сообщают, по крайней мере. То, что я узнаю, сообщаю вам. Ладненько, подписывайтесь на канал. Такое вот море темное, черное, ничего не видно вообще. Мы, кстати говоря, на пляже Чайка, кто не понял. Все, до встречи, пока.